Труд педагога – это ежедневная работа души. Хочется как можно больше передать ученикам собственных знаний и навыков. Педагоги сферы культуры – люди особые. Они воспитывают мировоззрение и нравственность лучших педагогов отрасли благодарностями, отметила министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина. Не случайно награждение проходило в Анапе. Город-курорт Анапа, он не только солнечный по природным условиям, он солнечный по отношению к людям, по отношению к культуре. Здесь настолько развита отрасль культуры, лучшие коллективы детские в городе-курорте Анапа, лучшие взрослые коллективы в городе-курорте Анапа, да и просто люди светлые и добрые. В городе-курорте Анапа. Рассмотреть в ребенке талант и развить его, воспитать чувство прекрасного, поддержать, когда не все удается, это их ежедневная работа. Когда отмечают тебя за творчество, для творческого человека это очень много значит. Понимаете, это вырастают вторые крылья, это вырастает желание еще больше и больше творить. Но не за награды работают эти самоотверженные люди. Их главный подарок – достижения ребят, имена которых звучат по всему миру. Имена их воспитанников – музыкантов, танцоров, актеров, которыми в дальнейшем восхищается весь мир.